привлекло на конференцию ее актуальная тема, тема вовлеченности персонала. Конечно, бы хотел подчеркнуть какие-то решения, чтобы применять их на практике, как заинтересовывать и развивать работников внутри организации. Тема вовлеченности персонала на самом деле, она является очень важной именно в плане повышения эффективности бизнеса. Вовлеченность – это горящие глаза. Интерес к своей работе, это любовь к своей компании. Когда человек делает больше, чем ты от него ожидаешь. Развернули это мероприятие, которое, я думаю, станет возможностью лучшие какие-то best practice, лучший опыт компаний, которые уже имеют какую-то в этом наработку, здесь представить, услышать и поделиться. В России сотрудники, они гораздо более живо и быстрее откликаются на различные инициативы, которые компании разрабатывают. Русские, плюс к тому, что они коллективные, они очень-очень креативны и многое умеют.